В Беларуси закончилось формирование участковых избирательных комиссий по выборам президента. Всего в Могилевской области их 782. Большинство составляют представители общественных объединений и политических партий. Менее 5% – государственные служащие. Сейчас комиссии занимаются уточнением списков избирателей. Особое внимание уделяется новым микрорайонам, где увеличилось количество домов и, соответственно, жителей. И сейчас до 25 сентября мы должны обойти территорию, которая относится к нашему участку, попасть в каждый дом, в каждую квартиру, дойти до каждого избирателя, пригласить их на принять участие в выборах. Общая численность участковых избирательных комиссий составляет более 8,5 тысяч человек. 3/4 из этого состава – это женщины. Более 8% – это молодежь до 30 лет. Более 40% выдвиженцы общественных объединений и политических партий. Территориальные участковые комиссии сейчас проводят проверку достоверности подписей избирателей в подписных листах.